Всем привет, друзья, с вами Маломадрас. И видео, которое вы сейчас увидите, взято из стрима, который был 13 февраля по PlayerUnknown's Battlegrounds. Но там была довольно-таки интересная каточка, которую я просто не мог не выложить отдельно. Если вы ее уже видели, то можете посмотреть повторно, либо не смотреть. А если не видели, то, я думаю, посмотреть стоит. И если вам это понравится, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Приятного просмотра. Так. В рост лучше катаешь? Да, конечно. Ну, я в рост сколько играю? Ну, и как часто я в него играю? А в PUBG не очень часто. Так, минус ноги. Нет. О! Ах ты, тварь! Пипец, ты ударил меня! Спасибо за дон, убил! Scream Game Channel, спасибо! Так, там еще был дружок. Это в моем доме какой-то... Опа! Вот там. Ну, не вышло. Привет, Тимур. Привет. Да прыгай уже сюда. Смотрите, вон он. Да блин, я так его не увижу. Давай. Ты кто такой? Давай, до свидания. Ты кто такой? Просто вот так, хобочки и до свидания. Хобочки, привет, ребята. Просто изи фраг, легчайший. Всем здорово. Так, тут уже лутались. А чё дверь-то только одна открыта, алё. Опа! Просто опять так. Хоп-хоп. Я вообще что-то это испугался. Смотрю, выходит такой, знаете, типа, как этот... А, как его зовут-то, блин? В Хоббите так. Хоп. Тихо. До свидания! Увидимся в лобби, дружище. В лобби увидимся. Не здесь. А за Скар тебе огромное спасибо, что на меня нашел, ребят. Что происходит? Это не я. Я не умею так играть, я вам клянусь, я не умею так играть. Супер стрелок. Фу, блин. Вы чё такие агрессивные? У меня чё здесь медом намазано, что ли, на моем доме, что ли? Я чё? Вы чё за фигня? Алё? Медом намазано, я спрашиваю? Или вы мне решили тут автосалон устроить? Тут пригнали все свои машины, значит. Привезли мне третьи броники. Я не понимаю, ребята. Это все как бы все хорошо. В принципе, не против. Но зачем? Почему ты начал снимать? Тихо! Что? Что? Кто это делает, ребята? Кто это делает? Это не я! Это не я делаю! Я так не умею играть! Не думать... Это... Членикс. Это Членикс, ребята! Лайки с вас! Лайки ставьте! Смотрите, мистер Макс научился играть! И вы... Раз, два, три... Четвертый человек, который подох в этом доме! Вы чё? Может, это стрим-снайперы? Не, ребят, это все читы. Шутка. Подписчик Ник Кинг, здорово. Чё-то, кстати, первая уведомляшка пришла. Оп, тихо, тачка. Опа. Привет, дружище. Беркут 1336. Привет, дружище, Беркут 1336. Три УАЗика, ребята, в одном доме. И все мои. Три уже УАЗика. Еще? Да давай. ЗВ звук, спасибо. Вы чё, это реально все стрим-снайпера, ребят? Вы чё, все офигели? Как я его не добил, а? Всех добил, его нет.
Вон он. Он не Шрауд, пусть успокоится. Опа! Йоу! What the fuck? What the fuck, motherfuck? Фу, 8 убийств. Алло! Максим, прекрати! Прекрати, ты реально не Шрауд. Максим, хватит. Шрауд это, ну, объективно говоря, самый лучший игрок мира в PUBG вообще. Давай поближе, поближе, брат. Прям в дом заехал. Вот чморовоз. Это он, да? Ну и пошел ты. Ну и пошел ты тогда. Раз такой умный, блин, нет, чтобы подраться со мной. Тихо. Тут кто-то есть. О. Надо было ему в башку не стрелять, и все было бы вообще отлично. Сейчас я за на тачке поеду, вообще все будет чики-пуки. Надеюсь, она не битая. То мне ее еще продать надо. Так. Что происходит? Тихо. Эй, тело, я видел тебя. Вон он, видели? Так. Поехали в дачу. Да пошел ты. Да пошел ты, я тебе говорю. Поехали в дом, есть дома? Дома есть. No, no! Oh, I'm... Oh, thank you. Тут кто-то еще, да? Фух. Давайте тут сидеть. Так. Смотрим. Тут может сидеть кто-нибудь, но мне пофигу. Ладно. Снайпер просто лучше из меня. Постараемся. Ну я в зоне. Что, можно даже тут посидеть. Смотрите, какая тут нычка хорошая. Во. Вон он. Скотобаза. О, смотрите. Минус. О, вон бежит, смотри. Может, в доме никого? Ребята, тут жопа. О. Давай, давай. Ребята, тут полная жопа. Почему мне кажется, что у всех, кого я убил, о, они еще больше на меня обозлились. И типа мне вообще жопа. Так, давайте, короче, у нас есть шанс. Тихо. Вот так. Сядем.
Спокойно запустимся. Фух, мужики. Мужики. Но это не топать. Ну да, да. Это точно. А все, это максимум, да? Ну давайте еще один выпьем. Сейчас на тачке поедем, наверное. Ребятки. Мне бы залутать с кого-нибудь автомат хороший. 4 в живых. Так погнали уже, чё. Нет, пошли они все в жопу. Тихо. Ребята, я сейчас кончусь, я вам отвечаю. О, Дончик, Фёдор Кудеев, спасибо. Спасибо за аптечку. Спасибо, Фёдор. Да не за что, дружище. И ты знаешь, да? Нашел, да, где я оставил ее? Это очень хорошо. Так, патроны дай. Дай патроны. Por favor. Так, давай так. Мужики, едем в топ, мужики! Мужики! Боюсь, очень страшно. Я вам отвечаю. И что делать? Теперь только на машине кататься? Ну давайте. Как сделал один китайский игрок, я помню. Ну что? Эй, эй! 2 в живых. Ах ты тварь, ах ты тварь. Почти доехал до него, почти доехал. Мужики, топ-2, 12 киллов. Это достойно лайка, как вы считаете? По-моему, я вспотел, у меня руки трясутся. Вообще такого не было. Да, плюху словил. А что делать, ребят? Там по-другому никак было. И мне по-любому бы влетело. Вы чё? Фу.